Srila Bhakti not Thakur has written a beautiful song. Srila Bhakti this is a song is in your songbook also. Написал этот чудесный бхаджан, он есть в ваших песенниках также. In his Gitavali, there he's given kirtan form of Chaitanya Mahaprabhu Shikshastakam. То есть в Гитавали, в сборнике песенники, он написал свою версию Шикшастаки. So here, Srila Bhaktivinoda Thakur is inspiring us to sing in this way, which is unpacking the sentiments within this fourth verse of Шикшастакам, на данам, на джанам, на сундарам. То есть, своими словами, в более обширной трактовке, он доносит до нас, что имеет в виду читание Махапрабху. It's very deep. И тут кроется очень глубокий смысл. So we can sing. Мы сейчас споем. Прабутава пада югей морани ведан. Thank you.
Kadi song kadi tahao Takuk samur bhaji Ni kadi song kadi tahao Takuk samur bhaji This is the crying of the soul. Это рыдание души. When the person is consciousness, his identity is no longer merged with the mental vrittis. Это плач. His condition, the conditioned will. Плач души, который происходит, когда человек перестает отождествлять себя с умом и с телом. But the will of the soul is being expressed. Он перестает идти на поводу желаний. Ума. То есть, а тут уже душа выражает свою волю. Not the will of the soul, which is being hijacked by the three gunas. То есть не воля души, которая подавлена и искажена влиянием трех гун. Prabhu tava padagyuge kare nibedan. Oh my Lord, I am submitting this request at your lotus feet. Господь, я хочу выразить свою мольбу тебе, просьбу. Nahi magi deha suk. I don't want the happiness of my physical body. Я не хочу удовольствий, которые могут доставлять мне мое тело. Vidya. I don't want material learning. Я не хочу мирских знаний. Dhan. I don't want to accumulate wealth. Я не хочу копить богатство. Jan. I don't want to make a so much dynasty. Я не хочу создавать потомство. Or it can also mean followers. Или джан может означать последователь. Я не хочу последователей. The desire for pratishtha. Потому что тут кроется желание пратиштхи. Джананурага is also the attachment of other people is also one kind of wealth. Потому что нам нравится, когда люди к нам по-доброму относятся, это своего рода тоже богатство, преимущество. Nahi magi swarga. I don't want to go to heaven. И меня не интересует рай. To enjoy in the palace of Indra. Мне не интересно оказаться на сварге, наслаждаться там при дворе Индры. With so many apsaras like Menaka and Urvashi and Ramba. С апсарами там Менака и Урваши, Рамбой. Ara moksha nahi magi. I don't even want moksha to be liberated from all suffering. Что сварга? Я даже не хочу мокша. Я не хочу освобождаться от всего страдания. Na kori pratana kono vibhuti trilagi. I don't want any vibhutis, mystic powers. Я не хочу мистических. Yoga siddhis. Сверхъестественных способностей, мистических сил. Then what do you want? Так а чего же ты хочешь?
Нидж карма гуна досей, джей-джей джанма упай. Because of the fault of my own past karma, I may have to take birth again and again in different situations. Под влиянием своей прошлой дурной кармы мне, возможно, придется снова и снова перерождаться, воплощаться в разных телах. My lord, I accept it. И я готов принять эту ответственность за свои поступки. The situation I am in, I accept it. То есть ситуация, в которой я оказался, я принимаю ее. But I just ask, janme janme jeno tava nama guna gai. In every birth I take, I can sing your holy names. Да, мне придется перевоплощаться, но мне главное, чтобы из жизни в жизнь у меня была возможность воспевать твои святые имена. Эй, мата аша мама томара чарани. This is my Матра Аша, my only aspiration at your lotus feet. Это моя единственная матра Аша, единственная моя просьба у твоих лотосных стоп. Ахой туки бхакти ридей джаге анукшане. That in every chan, in every second, every fraction of a second, that ахой туки бхакти, devotion to you without any motivation, without any cause, should manifest in my heart. Чтобы ежесекундно, то есть ахойтаки, безусловная бхакти, беспричинная бхакти оживала в моем сердце. Oh, until we are praying like this. До тех пор, пока мы не начнем так молиться. Always to the Supreme Lord. Непосредственно Господу. Bhakti will not come. Бхакти не придет. Because we are not asking for it. Потому что мы не получим того, чего мы не просим. We want something else. Мы что хотим чего-то другого. Now he's saying, Вишае же притиебе ачае ома. Now I have priti. I have the love for Vishai, sense objects. Сейчас меня тянет к объектам чувств. У меня прити, любовь моя направлена к материальным вещам. Say mata priti hauk charne tuma. In the same way as I have love for sense objects. Oh, may I have that same spontaneous love for your lotus feet, Krishna. Пусть у меня такое же появится спонтанное влечение к тебе, Кришна, которое у меня ярко выражено к всему мирскому. Now here, Vishai does not mean sense object sense gratification. Vishai не обозначает чувственное наслаждение. It means the feelings of love that we have to our family members. Тут чувство любви, которое мы испытываем к родным и близким, к любимым. May that go to Krishna. То есть просит, пусть вот это будет направлено на Кришну. Вот эта привязанность и любовь. When my Gurudev, Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami, he was a young man. В юности мой Гурудева Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж. When he heard about the glories of Chaitanya Mahaprabhu. Еще в молодости, когда он услышал о славе Шри Чайтани Махапрабху. And the glories of Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махарадж. И о славе Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. From Radhanath Das Brahmachari. На проповеди Радханата Даса Брахмачари он узнал о них. Шрила Мадхусудан Махарадж. Который стал Шрила Мадхусудан Махараджа. Then he ran away from home in the middle of the night. Гурудев бросил все, он оставил все и ночью сбежал из дома. And from Bihar he came very far to Bengal. И из своего штата Бихар он отправился в Бенгал. And he fell at the feet of his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshavaraj, when he met him the first time. Приехал туда в ашрам своего будущего Гурудева, припал к его стопам. For some time they had been corresponding through letters. Они уже до этого вели переписку. And preachers were coming from. И проповедники и приезжали оттуда. So he said, oh Gurudev, whatever love I have for my mother and my father, for my wife and my children, everything, I am collecting it all together and offering up to your lotus feet. И мой Гурудева сказал своему Гурудеву, о Гурудев, вся любовь, которая прежде принадлежала, моего сердца, которое принадлежало моей жене, моим детям, моим маме и папе, все это собираю
и отдаю тебе. And he surrendered completely. И полностью предался в этот момент. Tears came in the eyes of Srila Bhakti Pragyan Keshava. Слезы застроились из глаз Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. He mentioned later that actually no one had ever said this to him before. Он позже сказал, что никто мне такого не говорил никогда, ни один ученик. So Srila Gurudev has manifested this pastime, showing what it means to be satchisya. Вот мой Гурудева явил вот эту лилу, показав наглядно поведение истинного ученика Сат-Шишья. So here Srila Bhaktivinoda Thakur is saying there's some similarity between the love we have for our family members and the love for Krishna. There's some similarity. So he's saying, may I transfer all my affection and emotion, all devotion to your lotus feet, Krishna. Бхактивинода Тхакур выявляет эти внешние параллели между мирской любовью, которую мы испытываем к своим родственникам, к своим близким, друзьям, возлюбленным. Он говорит, что и любовью к Кришне, говорит, вот пусть эта вся любовь направится на Кришну. Don't misunderstand anything. That means it's bhakti to hate your family members. Не думайте, не толкуйте по-глупому, чтобы подумать, что бхакти — это начать ненавидеть свою семью и полюбить только Кришну. The devotee should have affection for everyone. То есть преданный адекватно kindness for everyone, мыслить, but attachment to no one. И вести себя преданным. Except for Guru and Krishna. Преданный должен любить всех, просто не быть привязанным ни к кому, кроме Гуру и Кришны. So Srila Bhaktivinoda Thakur said, Vipade sambhadita takuk samabhave. O Krishna, if I am successful in my life, worldly success comes, or if worldly disaster comes, may I have the same mood in both success and disaster. Бхактивинода Тхакур дальше молится: Кришна, что бы ни происходило в моей жизни, пусть я сделай так, чтобы я равнозначно воспринимал и удачи, и всякие печали, трудности. Samabhav means same mood. Samabhava. This is the одинаково real symptom of detachment. That in success and in failure, but the mood is the same. То есть самобава. Мы должны одинаково относиться и к победам, и к неудачам. But something should not stay the same. Но что-то не должно оставаться прежним. Dine, dine, vridihau knamara pabhave. But may my attachment for your holy names gradually increase day by day by day. This should not stay the same. Пусть изо дня в день моя привязанность к воспеванию твоих святых имен усиливается и усиливается. So you can take your own pulse and make a diagnosis. Are you experiencing that your attachment for Krishna is growing day by day? Namaira prabhav, by the influence of the holy name. Вот вы можете самодиагноз поставить, сделать себе ортопедический анализ, пульс нащупайте там и определите, с каждым днем у вас растет привязанность, любовь к Кришне под влиянием святого имени. If by the influence of chanting Harinam every day we are not feeling that our attachment for Krishna is growing gradually, then we are doing something, perhaps many things wrong. Если мы не наблюдаем за собой того, что эта любовь растет изо дня в день, значит, надо задуматься, что мы неправильно делаем. Скорее всего, не одно что-то неправильно, а много чего неправильно мы делаем. Hearing and chanting has been likened to pouring water on the Bhakti Lata beach. If you're pouring water on a plant every day and it's not growing, then what do you conclude? Шравана и Киртана сравнивают с водой, которая поливает Бхактилата Бидж. Если вы каждый день поливаете усердно растение, оно не растет, значит, что-то там не так. So then, in the last verse, Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, Pashupaki hoi taki swagin var nirai. If I have to take birth as an animal, or a bird, or in heaven, or on hell, it does not matter, but may the spontaneous love for your lotus feet always remain steady in my heart in all circumstances. Меня не страшит перспектива стать птицей или животным в следующей жизни. Мне главное, чтобы любовь к тебе росла в моем сердце.